И вот это вот сорт Флорина. Это сорт из той партии, который мне понравился больше всего. И вы видите, что на некоторых кустах нет ягоды. Это потому, что на слабых саженцах были удалены цветоносы. Вот они даже высохшие здесь вот лежат. Мы удаляли цветонос, потому как хотели получить побольше усов. То есть нужно... у нас же выращивание рассады, поэтому мы ягоду оставляли только на тех сортах, на некоторых кустах, которые нужно было проверить еще раз, достойны ли это сорта, стоит ли их выращивать дальше или убирать с коллекции. Ну вот такая вот Флорина. Сорт нейтрального дня. Вот суперовская ягода. Очень крупная, красивая, сладкая ягода. Средней плотности. Самое то. Ну действительно, хорош. Ну что говорить. Замечательный сорт Флорина. Сладкая ягода будет, очень вкусный, хороший сорт, насыщенного цвета. Такие ягоды очень красивого вида. Вот посмотрите, какая ягодка. Очень симпатичная, красивая, хорошей формы, яркий цвет ягоды. Вот такая вот ягода. Ну, вот здесь вот видно, какая вот она. Плохо одной рукой, конечно, показывать. Но постараюсь показать вам эту ягоду поближе. Вот такие вот кустики с сортом, сорта Флорина.